В начале выпуска чрезвычайная информация. Печальная статистика этого лета пополнилась еще одной трагедией. Накануне мы сообщали о гибели мальчика, выпавшего из окна в воскресенье. Вчера несчастный случай произошел в Новочебоксарске. Пятилетняя девочка выпала из окна своей квартиры на 7-м этаже и от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой. По предварительным данным, дома в этот момент находились мать, бабушка, а также старшая сестра погибшей девочки. В какой-то промежуток времени она оказалась одна на кухне, подошла к открытому окну, залезла на стул, затем на подоконник и, облокотившись о москитную сетку, вместе с ней выпала на улицу. Хотелось бы призвать граждан, родителей, а также всех взрослых, на чьем попечении имеются малолетние дети, быть предельно внимательными в том случае, если они находятся в квартире вместе с детьми, проверять, открыты ли окна, в случае, если проветриваются помещения, знать, где находится ребенок, не допускать его приближения к окнам. Кроме самих родителей, никто обеспечить безопасность детей не сможет. Никакой правоохранительный орган, никакой орган государственной власти, орган местного самоуправления не сможет ежесекундно находиться в этой квартире вместе с родителями и их детьми и предупредить трагедию. Также мы полагаем, что обеспечить безопасность детей даже в тот момент, когда рядом нет родителей либо других взрослых лиц, эту безопасность могли бы обеспечить различные блокираторы для окон, пластиковых окон. Они продаются и стоят несоизмеримо меньше, чем жизнь ребенка.